На здании штаба исправительной колонии 14 появилась мемориальная доска. Установлена она в память о Филимонове Владимире Алексеевиче. Именно он был первым начальником оперативной части и стоял у истоков ее создания. 3 сентября в нашей стране отметили день окончания Второй мировой войны. Именно к этой дате состоялось открытие мемориальной доски в честь майора внутренней службы в отставке Филимонова Владимира Алексеевича, внесшего неоценимый вклад в развитие уголовно-исполнительной системы Хабаровского края. Это уникальное событие в истории исправительной колонии 14 города Амурска. Ведь именно на здании штаба учреждения расположена доска, которая будет напоминать о человеке, который свою жизнь посвятил служению Родины. Проводя сегодняшнее мероприятие, я думаю, мы заложили хороший фундамент и подали пример нашим городским властям, что подобные мероприятия должны проходить. Это мемориальная доска подобного плана, насколько я знаю, она в нашем городе первая, и очень приятно, что она появилась именно на базе нашего учреждения. Владимир Алексеевич был первым начальником оперативной части ИК-14. Стоял у истоков ее создания с 1972 по 1975 годы. В этом году, а именно 4 декабря, ему бы исполнилось 100 лет. Тот опыт, который приобрел Владимир Алексеевич в военные годы, а это разведка, контрразведка, работа в системе НКВД, вот. В общем-то, помогла ему быть очень подготовленным оперативным работником. В общем, человек заслуженный. И он заслужил, чтобы в его честь была открыта мемориальная доска. О подвигах ветерана в военное время известно немного, так как Владимир Алексеевич служил в разведке. После войны он продолжил службу в МВД Хабаровского края, участвовал в охране управления строительства БАМа, занимал разные должности, в том числе и руководящие ВК-7, 8, 14. А я про деда немного знал. Я знал только со слов бабушки своей, Веры Васильевны. Ну, рассказывал, был героем, участвовал в Великой войне с Японией. Был награжден медалью. Было неожиданно, когда позвонили, сказали. Я знал то, что тут дед работал, и бабушка тут работала. Это было неожиданностью. Чувство гордости, конечно, переполняет. Владимир Филимонов имеет множество благодарностей за участие в ликвидации стихийных бедствий, ликвидации аварийной обстановки, за образцовое выполнение служебного долга, за достижение высоких показателей в службе. Отмечался высокой дисциплиной и активным участием в общественной жизни. Ирина Жданова, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».